Всемирный день молодежи для инспекторов ГИБДД – еще один повод привлечь внимание к дорожному травматизму. Вместе с учащимися 20-й школы сотрудники ГИБДД собрались на проспекте Строителей неподалеку от двух учебных заведений со специальными знаками, чтобы в очередной раз напомнить людям за рулем, что в зоне действия этого знака необходимо быть осторожными. Сейчас ситуация с дорожным травматизмом детей до 16 лет немного улучшилась. Зато молодежь от 16 до 18 по-прежнему в зоне риска. Выросло и количество ДТП, и количество пострадавших молодых людей. И вот этой акцией мы пытаемся привлечь к проблеме именно этой аварийности, потому что мы соблюдали правила дорожного движения. Тем более, как мы знаем, впереди у нас начало учебного года. И чтобы водители были предельно собраны, предельно внимательны на дороге и ни в коем случае не допускали нарушения дорожного движения, поскольку это может принести трагический результат.